В этом обзоре рассмотрим автоматическое зарядное реле для двух аккумуляторных батарей с рейтингом продолжительной нагрузки 65 ампер. Производитель – американская компания BlueSea. Реле изолирует стартовую батарею от потребителей при падении напряжения и объединяет обе батареи при зарядке от генератора. Установка такого реле избавляет от необходимости вручную переключаться между основной и пусковой батареями во время расходования энергии и во время подзарядки от генератора. Устройство выполнено в компактном корпусе из качественного пластика. Под кабельную разводку предусмотрены легко удаляемые заглушки. Реле работает с напряжением 12-24 вольта, рассчитано на постоянную нагрузку 65 ампер и 115 ампер в течение 5 минут. Если ваш генератор мощнее, смотрите ссылку на более мощное реле от этого же производителя. Под крышкой два силовых контакта и два вспомогательных под ножевые клеммы для заземления и подключения к замку зажигания. Реле оснащено функцией стартового изолятора, то есть отключает бортовую сеть при пуске двигателя. Такая система используется во многих автомобилях и предотвращает выход из строя чувствительных электрических приборов. В нашем магазине вы также можете приобрести комплект из данного реле и выключателя массы для двух аккумуляторных батарей. Функциональная схема нанесена непосредственно на упаковку, что также характеризует производителя с лучшей стороны. Переключатель батареи из серии Mini. Размер у него такие же, как и у реле. Есть режим объединения двух батарей в одну. Первое положение питания выключено. Второе включает обе батареи, но каждую по отдельности, не объединяя их. Третье объединяет обе батареи. В обычных условиях используется положение номер 2, а батареи далее соединяются между собой через реле. Реле в свою очередь имеет световой индикатор режимов работы. Если он горит непрерывно, батареи соединены. Один короткий сигнал – режим ожидания. Двойной сигнал – начало изоляции батарей по верхнему порогу напряжения. Тройной сигнал – батареи изолированы по нижнему порогу напряжения. К данному товару прилагается толковая инструкция со схемой подключения. И если вам что-либо из нее непонятно, лучше доверить подключение прибора специалисту. Дополнительно в нашем магазине рекомендуем приобрести изоляционные колпачки на клеммы от этого же производителя. Они превратят обычный монтаж в небольшое произведение искусства. В описании к видеоролику вы найдете ссылку на сайт производителя и галерею с фотографиями готовых подключений данного прибора. Это действительно нужное и очень полезное устройство.